Друзья, всем бодрого времени суток, у микрофона Моби Смит, и сегодня в нашей программе весьма интересные гоночки под названием Драйв. Вот такое вот простенькое, незамысловатое название, но гоночки эти могут предложить много всего интересного. Что там интересного, мы с вами будем смотреть в этом видосике. Так что устраивайтесь поудобнее, жмите палец вверх под этим видео и будем начинать. Вперед, друзья! Итак, у нас здесь это гонки могут похвастаться весьма интересным визуальным стилем, выполненным в таком антураже 70-х годов. Здесь интересный очень большой автопарк, и машины есть как и реальные, так и, я так понимаю, выдуманные машинки. Но большая часть, я так понял, что реально существовавших машин. Вот, они разделены у нас на целых 6 классов, все машины. Для поклонников у нас совсем маленьких машинок, у нас, да, есть вот такой вот класс мини-машинки. Так, да, вот такие вот у нас интересные вот машинки. Да, кстати, они, насколько я понял, реально существовали. Да, скорее всего, да. Угу. Да, вот их даже названия, смотрите, указаны. Да, так, так, да. Так, либо, хотя, может быть, и выдуманные, но некоторые даже я встречал, в принципе. Вот, и у нас тут еще имеется довольно неплохая система у нас апгрейдов. Так, ага, можно улучшайзеры всякие делать. Вот в гараже у нас есть, смотрите, можно прокачивать скорость, у них можно, что тут у нас, сцепление с дорогой, так, максимальную скорость, и цвета можно менять, так, да, можно менять цвета, вот, все это дело покупается, можно различные навешивать на них приколюхи. Так, игры, что у нас есть еще дальше? Basic, вот такой вот базовый у нас есть, базовый у нас есть класс. Это вот такие вот машинки у нас вот имеются. Да, как видим, у нас... хотя не только 70-е, он такой... Ого, есть и 60-е, и 80-е у нас машинки, да? Ага, ух ты, сколько тут машин. Смотрите, какой огромный автопарк. Очень много... так, 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 подожди, подожди, назад. Мы еще не все посмотрели машины. Так, еще есть вот такой вот у нас Dirt класс. Это у нас, я так понимаю, пикапчики всякие. Всевозможные пикапчики и джипы, да? О, кстати, есть неплохие. Ого, какой, ничего себе. Серьезный, да, серьезный. А ну-ка, можно, ого, прокачивать. Смотри, как интересно его. Да, классненько, классненько. Дальше у нас еще имеется ван какой-то. Вот такой вот, мини-вен, наверное, вен. Вен, скорее всего. Да, это всякие всевозможные микроавтобусики. Вот, и тоже пикапы тут, я смотрю. Ну, интересный, интересный авто. Ой, что это такое, специальный. Что это такое, почтовый ящик 80, да, карет, ага, ретро всевозможное. Ага, дом на колесах, такси. Так, интересно, интересно, ребятки, специальная серия. И скоростная серия еще имеется вот такая тут. Много машин, очень большой автопарк, конечно. Вот, кстати, давайте посмотрим какой-то так вот. Для интереса возьмем самую маленькую машинку, какую-нибудь мини. Так, что это такое у нас интересное? Есть такое что-нибудь смешное? Давайте попробуем. Так, 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 какую-нибудь такую смешную машинку возьмем сейчас для начала, чтобы попробовать, да? Так, 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 где тут у нас? Слушай, сколько ж тут машин? А, подожди, это мы уже в мини. Ой, в... Так, о, шикарно, смотри. Так, давай прокачки сделаем. Так, в гараже что у нас есть? Ага, цвет можно поменять. Так, вот такой вот симпатичный цвет. За 400. Кстати, тут валюта, это какие-то крышки. Интересно. Так, ну что ж, поехали посмотрим теперь трассы. Так, здесь у нас еще и трассы достаточно много. Смотрите, вот Япония. Так, это азиатские трассы какая-то. О, Франция у нас имеется. Так, что это у нас еще? Так, это что такое у нас? Рим. А, это Рим, да. Польша. Ух ты, прикольно, Польша. Ага, какой-то еще Лернер Парк. Так, Соединенные Штаты. Угу, это у нас что там? Это Англия. Германия. Так, а дальше мы уже видели, да? Давайте попробуем в Германию, да? Драйв. Отправляемся в путешествие по Германии. О, еще музончик такой интересный. Тин-тин. Ха-ха, прикольно. Вообще ретро такое, да? О, нам что-то еще рассказывают. А, что такое? Ё-моё, подожди, я что-то сразу уже вмонался. Эй, ребятки. Увлекся. Ладно, поехали, давай. Угу. А музычек классный, да, ребятки? Я же говорю, ребята, очень-очень классные такие расслабляющие гоночки, прикольные, погонять по всяким там
пейзажем классным. О, смотри, тут заправки есть, кстати, имеется, да. То есть это такое путешествие, гонки путешествия, вот написано даже Zen Mode, то есть типа Zen Mode, режим расслабляющий, да. За городом можно погонять, вот по таким дорожкам проселочным, так. Чик-чик-чик-чик-чик, музончик интересный. А-а-а, смотри, ё-моё, не вписался в поворот. Не-не, да. О, в город приехали какой-то. Так, бляха-муха. Так, чё-то. Интересно, да. Так, хорошо, давай еще разок. Хольцберг. Добро пожаловать в Хольцберг, да? Так, да. А, кстати, управление. А, вау. А, я тут все сношу, блин. Так, это у нас что? Ай-яй-яй-яй-яй, вот это я водила, конечно. Так, тут можно, кстати, ай, блин, да ёлы-палы, слушай, ох, как будто машина быстро раздалбывается. Ладно, давай посмотрим, давай возьмем другую машинку интересную. Да, с меня еще тут водила, конечно. Вот, где-то была навороченная, так, спешл, да? Вот это где-то была тут огромная тачка где-то, вот, она мне интересна потом. Где-то она тут была. Ух ты, какие интересные тут машины. И всякие полицейские, блин. О, полиция, смотри, джип полицейский, да? А ну-ка, о, навороты всякие. А ну-ка, чик. А, закрыто? А что закрыто? Ё-моё, не все, оказывается, тут можно сразу поездить. К сожалению, да? Так, угу. Так, не, подожди, наверное, этот был где-то вот в этой серии, Dirt, да. Вот тут, да, был вот этот, вот он, короче, крутой, навороченный джипяра, да, покупаем его и поехали. И мы отправляемся где-нибудь там в какую-нибудь интересную трассу, сейчас выберем. Че, Франция? Ну, давай в Франции гасанем, да. Ух ты, прям по полям, проселочный, да, графончик очень прикольный, кстати, интересно, очень все сделано, красочно, ярко, вот, мне лично нравится. Давай, Ого, скорость у него серьезная. Тормозить это надо сразу двумя кнопками. Что-то у него с тормозами случилось. Что он не тормозит-то, ребята? Не хочет. Я все ограду сваливаю, блин, подожди. Да, тут, конечно, блин, поездишь аккуратно тут. А машины сбивать нельзя, получается, да? За машины сразу же все, каюк. Снимают с гонки, так сказать, да? Ух, у него и скоростуха, конечно, да? Блин, еле вписался в поворот. Что-то там комментирует у меня, что там... Или это что, ну или поет там, я не пойму. Не, наверное, все-таки комментирует мою езду. Да, я понял, что не очень прикольно гоняю. Отличное место, говорит, да? Ой, говорит, полегче. А если машину все-таки бам? А ну. Я на поле выехал, ё-моё. По полям, кстати, можно, оказывается, да, как видите. Вау. Чуть машину не сбил. Слушай, ну он и разогнался у меня, этот джипяра. Смотри, что это. Подрезал. Не подрезал. Зацените это. О, давай машину какую-нибудь собьем. Ревайв. Что такое ревайв? Еще повторить. Повторить. А почему нельзя сбивать? Почему нельзя машины сбивать? Я хочу машины сбивать. Ладно, ну, в принципе, и на том спасибо, что можно глушить тут их, кромсать все заборы и все остальное. Да, единственное, наверное, только дома не получится, потому что вряд ли бы. Ну да. Ну заборы можно бить. Подожди, а это что, за это мне дают или отнимают? Я что-то не пойму. О, заправка была. Какой-то был автобусик, хиппи поехал там. Что-то кто-то... Да, вон еще один автобусик. Да, ну у нас GPR мощный. Интересно, это нам все-таки сдают деньги или нас забирают эти деньги? О, трактор поехал. О, мы... в следующий город приехали. В Крусант какой-то, да? То есть мы путешествуем между городами себе такие. Гоняем такие вот маленькие городишки. Мы тут... Такие вот, оказывается, маленькие городки тут, да? Деревушки какие-то. О, была остановка. Тут, кстати, заправляться можно. И ремонтироваться можно. Сейчас мы вот это найдем. Подожди, где-то тут были эти ремонты. Так, сейчас подъедем. Где-то был ремонт, или ремонт, или... трактор, блин, чуть нас не сбил. Да, хорошо. Интересно, если их просто не сбить, а подрезать там, ну, сбить с дороги. Короче, блин, не получилось. Ёлы-палы, да.
Ладно, окей, хорошо, давай. Выйдем в меню. Так, главное меню. Давайте еще какую-нибудь интересную трассу посмотрим и машину. Так, что-то тут у нас тут много есть, огромное количество машин. То есть перепробовать все, это просто нам на несколько часов, наверное. О, смотрите, это такой крендель. А это пока, это надо ответить, какая-то интересно лимитированные машинки серии. Их надо открывать, зарабатывать на них. О, такси. Такси какая интересная. Прикольная таксиха. Так, вот так. Польша. О, давай в Польшу. Мы отправляемся в Польшу. Поляки, давайте. Тара-тара-тара. Мюзлин. Мюзлин. Ух ты ж, блин. Ага. Такси заказывали. Кто заказывал такси на Дубровку? Так. О, блин. Кстати. Ай, блин, в дом нельзя тоже. О, смотри. Да я же заправиться хотел. Блин, они дают. А как тут остановиться полностью? Ау, песни поют. Ай, блин, в столбы, короче, нельзя врезаться, я сразу говорю. Так, но остальное все можно сбивать. В принципе, в бетонные столбы только нельзя. А как нам останавливаться, да? Ух, он разогнался, конечно. Ёперный театр, да? Быстро очень тут. Оно-то прикольно, конечно, но очень уж быстро тут машинки ваши. О, давай. Да заправляйся ты, ёперный театр. А чем мы не можем там заправиться, да? Хорошо, подожди, видимо, мы режим не тот взяли. Наверное, режим, надо попробовать, смотри. Давай попробуем посмотреть. Видимо, что-то с режимом я не то сделал. Давай глянем, смотри, у нас тут получается так. Угу. Окей, давайте старт, еще разок, давай посмотрим. Так, у нас тут что это такое у нас, коллекционирование? Ага, это у нас машины, какие есть у нас, да, я так понимаю. Так, хорошо. Так, посмотрим, что у нас еще имеется. Basic, Dirt, One, Special. Special, давайте что-нибудь Special возьмем. Так. О, а что такое? Ага. О, серьезная такая у них ретро-тачки. О, смотри, какая серьезная ретро-машинка. Так, ага, сейчас мы там все попрокачиваем. Угу. Так, все. О, ух ты, это что? Ой, зацените, это шетти, как они, охотники за привидениями, по-моему, да? Если я не ошибаюсь. Прикольно. Похоже, по крайней мере, очень. Ладно, давай, выходим. Чи, купили ее, следующее. Так, что мы на трассу? Трассу какую возьмем? Трассу. Лернер парк, так. Ага, это что такое? А, практиковаться можно, да? Это скилл, набивать скилл, свое вождение, так сказать, да? О, ладно, давайте в этот, как его... Что тут у нас? Городки. Ага, мы должны в города разные посещать, да? Ага, окей. И что тут у нас получается? О, вот, Zen Mode. Вот это Zen Mode я, наверное, включил, да? Получается. О, так, что это такое? Профессиональная камера. И запись, да? Так, ну что, вот, Zen... Так. Zen Mode мы отключили. Теперь вот это, наверное, уже где заканчивается. Во, да, это где заканчивается. Здесь повреждение и заканчивается у нас топливо. Вот тут мы можем заправляться, да. Отлично. Так, Dry Crumbs. Да, вот так вот. Шандарахнулся сразу же, да. Такой вот американский городок у нас. Мы здесь едем. Это ремонт. Во, это было ремонтное. Нужно просто проезжать по ремонту, да. А вот это заправка. Во, заправились, да. То есть просто приезжаем и хватаем вот тот... О, смотри, это что такое, ускорение? Не, пончики какие-то. Ай, блин, взорвался. Пш-пш-пш-пш. Все? Подожди, что, нельзя? Ага, ё-моё, ты посмотри. Оказывается, нельзя было, блин. Тут в Zen мод можно восстанавливаться быстро, а тут нет, тут уже фигня. Один раз бабахнулся и все. Ага, так, вот такая вот фигня, малята. Но зато, получается, здесь рекорды можно ставить. О, смотри. Это что-то, какой-то пончик мы собрали. Ага, то была заправка. Во, мы здесь собираем. Угу. О, поехали за город, выехали. Так. Смотри, классно, даже эти перекати поля тут есть. О, это что-то было неизвестное. Какая-то штукенция была там, где было что-то неизвестно. О, какой-то значок. О, шампан... Птицы даже летают, зацените, прикольно. Ай, блин, а! Ты что творишь-то, а? О, а нет, все-таки можно продолжить, да? Так, за билетик вот такой у нас есть. Ух ты ж, ничего себе скорость у него.
Тут, да, я вам скажу, скоростуха. Да что ж такое-то, а? Не, один разок можно всего лишь было, да? Ладно, окей. О, что это за фоторежим, давай посмотрим. А, это можно сфотографировать. Ха-ха-ха. Сфотографировать то, что как мы шандарахнулись, да? Давайте посмотрим еще. Еще. Да, отлично, говорит. Еще одну посмотрим. Еще парочку хотя бы машин потестируем. Автопарк огромный, все, конечно, мы не сможем проверить. О, смотрите, это же DeLorean, ёлки-палки, зацените, да? Классно. Смотри, черный DeLorean, да? Или серый, или красный. Красный давай будет, пускай будет. О, и на вороты все. Во, отлично. Че, не зафиксировал, что ли? Эй. Так, на вороты купили, я понял, да? Так, прокачка. Так, гараж, что у нас тут в гараж? Ага, я понял. Включили на вороты, купили на вороты, хорошо. Во, зацените, чик. Ну, похож на DeLorean, по крайней мере. Машина была, называется она по-другому. О, Япония, да, поехали в Японию. Мы еще не были в Японии, на такой крутой тачке поездим, посмотрим, да? О, музончик совсем другой тут. Да, в каждой локации, как видите, музон совсем разный. Вот, о, Туфуяма. Да, и вот действительно классно, локации сделаны, все, то есть и очень отличаются друг от дружки. Видно, что разработчики позаморочивались, кстати, на то, чтобы... А, вау. А, вон этот, кстати, почтовая фигня эта маленькая ездит. Разработчики позаморачивались на то, чтобы сделать действительно интересные, уникальные локации. И как с точки зрения пейзажей, так и с точки зрения вообще городских локаций. О, за нами дальше полиция, что ли? Серьезно? А, так, о, смена. Тут, смотрите, есть смена дня и ночи, отлично. Ага. То есть фары включили и гасаем, да? Красиво очень сделано, графика очень красивая, действительно. Все, шандарахнулись. Очень прикольно вообще прорисовано, все интересно. Вот, но что вам сказать? Давайте еще одну быстренько посмотрим. Так, кстати, обзор на все трассы, поглядим. Угу, так, что давайте, еще у нас еще Basic, мы не брали еще в Basic режиме, точнее в Basic категории не брали еще. Так, что тут у нас? О, Фантом 67-го года, давай, чик с наворотами. Ого, а что он, летающий какой-то что ли получается? На антиграве, прикинь, да, забавно. Интересно. Так, ну где мы будем тогда таком Фантоме, надо где-то вообще классно где-то ездить. Так, это что такое у нас? Рим. О, Рим, отлично, давай. На Фантоме поездим по Риму. Ух ты, реально он летает, смотри. Да, и тут тоже. Ух ты, подожди, это. Ай, блин. Стойте, это мы на Марсе, ёлы-палы. Это мы не в Риме, это Марс. Хо-хо-хо, прикольно. Однакося, тут даже на другой типа планете. Классно, классно. Да, батарея. А, машина заряжается у нас, видите, как видите, не бензином, а уже энергией, батарейки. Эй, чё ж так нас мотыляет-то, а? Классно, да. О, смотрите, класс. Слушай, шикарно сделано. Чё, полиция, да? Так, оба, чё-то мы... О, давай, смотри, тут неизвестно что. Чик, о, да, полиция. Вау, какую интересную фигню нам прицепили. Это можно сбивать, наверное, машины, скорее всего, на ней, да? А ну, давай проверим. Да, вау, зацените, эта фигня сбивает машины. Класс. На тебе. А интересно, она у нас она закончилась. Ай, бляха-муха. Втаранился. Только поинтересовался, закончится, она заканчивается или нет. Да, это была, кажется, не Рима, Марс. Там неправильно прочитал. Окей, давай. Что мы еще сможем? Вот такой давайте в дёртах посмотрим какой-нибудь интересный грузовичок. Какой-нибудь сейчас выберем. И еще трасса. О, кстати, автобусы мы не выбирали еще, да? Так, подожди, ой, надо на вороты какие-то прицепить ему, кстати. Чик, о, ха-ха, эта машинка, это хот-доги развозит, это ресторанчик на колесах. Отлично, прикольно, давайте попробуем еще. Так, давайте, это Польша мы были уже, парк, так, что тут у нас еще интересно. Это что? О, отлично, зимой в этом, как его, в английском, как его, ну, в общем, в Великобритании, да. Угу. Сноуплоуч. Да, вот такой вот городишко Сноуплоуч. Английский.
Кстати, не так уж и просто удерживать ее на дороге, чтобы никуда не залететь. Да, вот как видите, она очень быстро у нас может втараниться, и гонка очень быстро может закончиться. Ну, хотя, в принципе, с небольшой тренировочкой... блин, ух ты ж, заносит. Главное, резких поворотов не делать. О, смотри. Так, если не делать резких... О, за нами полиция. Серьезно, полиция за нами? А, да, за... прикинь, полиция за нами гоняется. Она нас преследует. Уже почти догнала нас. Куда нам надо? Куда нам додаться? Че, оторвались от полиции, да? Прикиньте. Вот это молодцы мы. Ха-ха. Все, они догнали нас. Даже на маленьком таком, ну точнее не маленьком, а на тихоходном относительно автобусике мы смогли оторваться от полицейских. А, ух ты. А, вот за что, это мы подрезали машину там другую, да? Ага, за это нам сразу же наказывать нас собираются, да? Да, ребята. О, смотри, как они... блин, сейчас в домину врежешь. Ёлы-палы, что творится? О, они отстали. Ага, то есть главное хоть немножко от них оторваться и все. Ох ты ж, зараза, да. Ладно, один раз у нас есть возможность... Один раз только возможность у нас восстановиться есть. Да, вот такая вот забавные такие вот гоночки, конечно, интересные. Очень большой автопарк здесь, классные локации, большое количество машин, классных, очень интересных. И можно их прокачивать, можно добавлять на них всякие всевозможные навороты. Раскрашивать их можно, естественно, конечно... Это все стоит денежек. Ну и правда еще момент такой минусовый, что цветов достаточно ограниченное количество. Ну вот, к сожалению, да. Так, ну что ж, все равно хотя бы так тоже прикольно. Так, можно разные навороты, я так понимаю, смотрю, да, прицеплять. Вот, классный очень автопарк большой, классно прорисованные локации, личное музыкальное сопровождение. В общем, гоночки просто интереснейшие для того, чтобы просто развлечься, интересно покатать. Вот, просто, так сказать, не спортивные, а такие расслабляющие. Хотя расслабляться тут не особо получается. Вот, и, ну, скажу, ну, прикольно тоже преследование полиции реализовано. Вот, единственное, что момент, конечно, очень быстро разбиваешься здесь, но это такое дело. Вот, я не думаю, что это сильно особо уже, так сказать, плохо влияет на геймплей. Наоборот, она тренирует, так сказать, аккуратность езды. Вот, ну что ж, вот такой вот у нас получился обзорчик на игру Drive. Кому понравился видос, ставим лайк, пишем комменты, делимся видео с друзьями. Вот, если еще не подписаны на наш канал, обязательно подписывайтесь, не откладывайте в долгий ящик дело, не забывая при этом нажимать на колокольчик, который будет уведомлять вас о выходе новых видеообзоров. Ну а на сегодня у нас все, будем заканчивать. Всем удачки, ребята, пока, до новых встреч!